Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Бытие 1.26. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Я не могу точно сказать, сколько раз мне приходилось в храмах проповедовать в разных на эту тему. Когда у нас была такая праздничная служба, приехал архиерей, митрополит. Мне кажется, меня в алтарь пригласил, я одета был как надо, вот так вот, в этом как раз. И попросил сказать проповедь. Я на эту тему говорил. Он после этого говорит, когда наобедаем, я раньше встану и стою, а он в углу сидит у батюшки. Говорят, стоит, благословляю, а им шепчет. Я не знаю, что говорит. Ну, сейчас, говорит, всем достанется, а больше всего мне. И вот я тогда посвятил тому, что от него требует Господь, и в чем он подобен Господу, ибо это сильно задело, сколько он благодарил. Он меня вызвал, в митрополии мы были, я говорил, 1 час 8 минут. Понимаете, это 1 час 8 минут, это не одно колесо идет, а вперед. Называется «Миндальная повесть». Я с миндальной веткой пришел и там подарил. Я просто делюсь опытом где-то. Я тогда говорю, владыка, я сколько времени уже по часам-то, и все снимается это у нас. Ну вы-то ходи, скажите, вы знаете, какие он слова сказал? А их слова эти разнесли по всему интернету. Он говорит, золотые слова, Игнатий Тихонович, не умолкайте до времени, когда отзовет вас Господь. Я снова вернулся к этому стиху, потому что, я не знаю почему, у меня такое как бы настроение, пришло исполнение словам, доколе Господь призовет. Я, жизнь человеческая определенно, Давида было 70 лет, при большей крепости 80, и самый лучший аппарат – труд и болезнь. Я перешагнул через это уже 3 года дальше. Так что, это я просто для того, когда придет время это все слушать, я говорил под особым настроем это. Господь сотворил по образу своему и нашему. Вот слово «нашему» говорит о том, что это Троица. А там во множественном числе говорится. А какие свойства Бога? Мы должны узнать их. А какой дар Божий есть, самый страшный для человека? Не все это знают. Свобода. Бог свободен в выборе и свободу дал человеку. Ты можешь выбрать, и мы сейчас по Святой Библии, научитесь говорить не Библия, а Святая Библия. Во всех языках впереди стоит слово Халиген, там и другое, Святая Библия, Хали Байбл, Холи Байбл. Это все Святая Библия, прямо на корочке так написано, она святая. Слово отдельно Библия даже в других языках и не идет. Вот в Святой Библии мы считаем об этом. Господь многократно останавливается на том, посылает пророков, чтобы они прислушались к совести своей. Я когда прочитал у Златоуста, он говорит, совесть первичнее Евангелия. Как? Евангелие на первом месте. Он говорит, первичнее, то есть раньше возникло. Вот как. В Адама Бог уже заложил. И он не просто решил пощечину дать Каин брату, а убил его. Это ясно дело, оружия никакого не было, чтобы булыжник какой-то взял или повалил. Но главное, что совесть его мучила. Мучила, потому что дальше, когда он слова будет какие-то говорить, все на этот отзыв будет идти. От отсюда поколение убийц идет. Я вот присутствую, когда идут уроки детям, иногда поднимаю руку, сестра, учительница, всегда мне дает сказать. Я очень прошу вас, обратите главное внимание, как в советской власти говорили, у нас один класс с привилегиями – это дети. Это был обман. Страшный обман. Ты приучи детей, в первую очередь, помнить, что ты смертен. Ну, приучите к этому. И каждый день может быть последним. И какая память о тебе будет? Как ты слушался родителей? Покорение родителям – это для него после Бога первая заповедь. Они тебя кормят, поют. Они считают, что вы обязаны это делать. Многие это считают это необязанным. Мне приходилось неоднократно беседовать с женщинами, которые какой-то страшный вид такой имеют. А я говорю, что случилось? Дети, которых я убила в утробе, они являются мне сейчас. Я прихожу в храм, она молится. И дети играют, а мои дети, как маленькие, грязные, все сидят и руки протягивают к людям. Что я должна сделать?
уверовать, что и за этот грех Христос умер, и за этот грех пролита святая кровь. Как? Что? Как? Как будто он сделал это. Возмездие за грех смерть. 6.23 считаем мы к римлянам. И когда проходит какое-то время, я гляжу, лицо начинает у них разглаживаться. Понимаешь, ты ничего не делаешь. Теперь найди, где есть эти дети, другие, помогай, где можешь. Сократи сон, беги к многодетным. Выделяй не десятину, минимум 3/10 выделяй на дело Божие. Другого пути у нас нету. Вот сейчас я прочитал статистику, берут в армию. В армию, оттуда в гробах везут. В мирное время, в наше время, сейчас. И не за границей где-то, здесь у себя друг друга убивают. Погибло 170 человек уже. Из них примерно 90 – самоубийство. А когда начинают доказывать, нет самоубийства никакого. Ну, в петлю сунули вы и все. Почему? Он не хотел делать то, что ему старики говорят. Старики – это 2 года. 2 года! Во времена Суворова 25 лет служба была. И брат брата замещал и уходил. У тебя уже 3 детей, они женаты. Я пойду за тебя. Государство разрешало. 25 лет. Уходил каким и каким возвращался. Вот мы должны это все помнить, это история наша. С чем мы предстанем перед Богом? Как мы воспользуемся этим даром свободы? Чем больше я вникаю в этот вопрос, тем больше осознаю, что я постиг крошку только. Мне где бы я ни был, оказалось, я это видел, но я не понимал, что это уже ответ Божий был. Вот я нахожусь в лагере. И в этом же, ну, лагерь называется «Вязаный красный», это редко такой, который всех покоряет власти, они дают подписку, иначе ему оттуда не выйти. Называется «Красная зона». Ну, это редко где. Это туда уж самых отъявленных посылает, неисправимых. Я там и был. Они знали, что меня исправить нельзя. Но ко мне претензий не было. И были 3 так называемых свидетеля Иеговы. Один никакой, а 2 были. Они мне очень завидовали. У вас Библия, да большая, православная, нам не дают. Но они знали, я говорит, знал, там Юра зовет, я знал уже с детства, что мне сидеть надо 3 года. У меня отец сидел, дедушка сидел. Но они остались живые, а которые это не делали, их взяли, они в Афганистане были. Говорили, 14 700 гробов, даже 1000 положи, идти мимо смотреть, это далеко протянется. Сегодня дата другая, цифра другая, все это обманывали. 70 тысяч коллег. Вернулись, и никакого нигде на Афганистане ничего нигде нету. Зачем? 2 маразматика гуляли между собой, правители в саду, и решили, как-то правитель, которому поставили, амин, а он склоняется на другую сторону. Значит, своих послать и убить его. И убить тех, кто охраняли свои СКГБ, всех подряд. А другого поставим. Это нам правитель таких Бог дает. Его и отравляли, не отравили. Я историю всю до конца узнал, поэтому делюсь. Это Библия-то из истории состоит. Не удивляйтесь, что я просто говорю, мы должны увидеть, что это сегодня есть. Выход какой был сегодня в армии? Делай, что говорят. В мое время дедовщины это не было. Но намеки на это были. Но люди как-то другие были. И вот он только приходит, это уже старички, масло ему отбирает, не дает. Значит, дает ниже белье, чтобы он стирал. А он станет еще ради вот это. Тогда начинают его бить. А когда деваться дальше некуда, начинают насиловать. Я дому сказали, сегодня ночью тебе то же самое будет. Вы знаете, о ком я говорю. Может, кто не знает? Равиль Шамсудинов. А вот к нему отец, милиционер, приезжал майор. Только неделю назад было все хорошо. И вдруг он взял автомат, никто не заметил. И те, которые стремились это сделать, прострочил несколько раз за ночь и всех до одного убил. Сразу же президенту доложили и прочее. Он говорит, почему ты офицерами сказал? Да конец и делали, все. Вчера с этими сделали, сегодня тебя опущены, так называемые, засилены. И мужика нигде нет, нельзя пищу взять, к столам прикасаться. Он всех поставил на место. Ну, его судили. Ну, не будет долго сидеть. Я беру современное событие. Как нужно делать? Куда бы тебя ни взяли, присмотрись. Мне пришлось жить, ну, в разных странах, быть там. И вот сегодня это такое слово есть – нацизм. Ну, фашизм, нацизм. Нацизм – это наша нация выше всех. И к нам не прикасайся, вы обязаны нас работать. Я был в Латвии. Прибалтика – все нацисты. Я там был и жил, и там обратился моя духовная родина. Я протестую против этого слова. Какие люди хорошие. Я с ними в армии познакомился. Какие они работяги. Я говорю, сколько лет там живешь с одним? 20 лет. Ты с ними разговариваешь? С чем я разговариваю? Ну, хоть что-то ты выучил? Ну, одно слово выучил, какой кал, а что такое? Это единица измерения рыбы. Он берет у них. И все.
Я сразу же, в первый же день начал изучать язык. Через 3,5 месяца я с ними разговариваю. Они не знают, куда тебя посадить. Русские люди нас уважают. Поэтому на мнение, которое дается где-то, сильно не обращайте внимания. Сами испытайте там быть. Итак, свобода. Они через 3 года вернулись все. Их нет. Они называются во время войны бибельфоршеры, исследователи Библии. Гитлер убивал кого? Цыган, евреев, бибельфоршеров. Самое большое число освободившихся были именно они. Я просто говорю об этом. Да, они еретики, то другое. Но научиться надо, что в этой свободе выбор, вот сколько разных религий, баптисты, адвентисты 7-го дня, у нас есть люди, которые оттуда пришли, и от той, и от другой. Что нужно? Показать, что православие выше, что в православии легче достичь вечности, спасения быть там. Только вот это, ни для чего больше нет. А сколько хорошего там бывает, как они субботу чтят, даже эти субботники, не выйдет ни в жизнь на работу. Никогда. То есть он сторож, тогда решил, в пятницу заряжает, а в субботу спичку спичут, пришли свои руководители, сказали, этого делать нельзя. И он в холоде сидит. Вот определенно субботу надо чтить. А люди приезжают на поклонение в Израиль и не делают этого. Сразу объявили банкет им. А бабки какие-то американские сидят в машине. Каждый ребенок хватает кирпичи, кидает, и все, кончилось. Вернулись на свое место. Бог дал свободу. Что ты ешь? Не ешь козленка, не вари козленка в молоке матери. Это кажется, что 2 окошка. В одном мясо, в другом молоко. Ни один человек одновременно не получит. То есть у всех есть какие-то пределы, ступеньки, преграды. А это выбор. Выбери это. Ну, все начинают на меня говорить, а вы это делали? Да, что бы ни сказали, я это сделаю. Как тебе главная цель сейчас? У тебя дети есть. Главные дети. Я называю фамилию. Мне близко знакомый, он считает меня своим духовным наставником. У меня обратился отец Геннадий Фаст. Это очень значимая фигура в православии, в патриархии, современной московской патриархии. Он там магистр богословия, какие книги у него вышли, там, это вообще. А родители были сосланы за то, что они немцы, их куда-то сунули в Казахстан, сорвали с места. И они только об одном думали, кончится все это, куда ехать? Ну, куда мы бы поехали, когда надо? Где хорошая работа, деньги, они вообще не поминают. Найти, где наши люди, а они менониты. Это не православное. И чтобы дети наши могли ходить с теми детьми. У меня все это записано и напечатано, и в книге находится. Без слез считать нельзя. Кто сегодня будет думать о своих детях только это? Где дети верующие? Я напоминаю это не случайно. На этой неделе у нас будет богослужение. Одно на весь год такое, одно. Полное чтение. Ну, чтение это моление, так правильно будет. Андрея Критского канон. В среду. Во сколько будет? Ну, наш брат Игорь Владимирович, он поточнее скажет мне, может, 4. Ну, потому что много. Придите. Даже дети, ну, пусть полчаса побудут. Пусть они посидят. Пусть вы раньше их выведете. Пусть поиграют там, покачаются. Но хоть полчаса, чтобы побыли, убедили. Заложите это основание. Это всемирный покаянный канон. Там до самой глубины проходит. Вот до самой. А знаете, смерть какая? Она в 86-м году это было, когда шел сухогруз, и адмирал Нахимов, трехпалубный теплоход. Люди ехали, 1200, кажется, 48 человек. И столкнулись между собой. Друг друга оповестили, мы идем, ты добавляй ход, пройдешь мимо меня. Ну, кто что-то недопоняли. Удар. И удар такой силы, его сразу на бок. 423 человека сразу погибли. Которые никогда не думали в это умирать. Некоторые родители детей закрыли в кают-компании, сами пошли там фильм показывать. Назад ходу нет, все согнулось, и все дети все погибли там. Сколько дней там принимали? Я в последнее время этим занимаюсь. И когда я сидел в тюрьме здесь, я услышал, написал стихотворение на эту. Оно сейчас загудело буквально. Почему? Потому что в этом главное. До колен вода, я в камьюзе зажат, я как бы там. Я вспоминаю, ноженьки мои никуда выходили. Как я за вас отвечать буду? Дошло до пояса, я теперь говорю, как я вел себя? До груди, я вспомнил грудь матери, что я сосал ее, я вырос. А куда я пошел после этого? Это вода течет, я один. Это стихотворение. Третье. До рта доходит вода уже в каюте. А рот мой виноват тем, что там язык. Сколько было сказано, сколько было не так, как надо сказано.
и вижу, смерть оттолкнулась ногой от борта и плывет ко мне. У всех прошу прощения, ухожу в путь невозвратный и тайный. Я не знаю, что там будет. Вот. И сегодня это подняли люди, и там уже как ставить, показано, чтобы образно было, может быть. Я не случайно на этом оставлюсь. Выбор, который я сделал 27 сентября 1962 году. И вот в 80-м сидел, и тут эта авария была. И так мое сердце на это откликнулось. Настройте себя, то, что я говорю сегодня, это для покаяния. Я рассматриваю все, еще рассматриваю свою жизнь. Сколько раз ко мне Бог стучался? 23 года я все еще и Библию не держал. 23 года, куда они у меня ушли? Но мать сказала, есть суд Божий, за все отвечать. Вот то-то нельзя делать, коммунисты, там женщин. Бог сохранил. Каждый день молюсь, благодарю Бога за мать это. Итак, я говорю о том, чтобы мы были внимательны, и Господь нам это покажет. Второзаконие 4:4-5. Я вам как прощальную проповедь хочу сказать. Вот такое какое-то чувство все время. Ну, все, пора уходить. А вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Это говорит Моисей народу своему. И дальше это книга Моисеева, 5-я, это Тора. А даже Тору признают мусульмане отчасти. Таурет. Но мы-то видим, что это от Бога было. Надо было внимательно слушать. Как они? Он плохо слышит. Радио не было. Динамики не работали. А народу-то 3,5 миллиона или 5. Как они могли слышать? То ли друг другу передавать, медленно стояли, перекрикивали. Но то ясно дело, что на большом расстоянии. Когда они останавливались, это 30 на 40 километров стан занимал место. Как-то они это слышали. И поворачивались все в одно место. Вот гора такая. Горизим. Гора благословения. Запомните все внимательно. Это им говорится. Итак, чти отца и мать, и будешь долголетен на земле. Слышали все? Аминь. Аминь. Кто не чтит отца и мать... Поверите, горе Гавалу. Да будет проклят и истребиться, и все аминь. А кто не скажет аминь, будет в обид. Кто отречется от закона Моисеева, при 2-3 свидетелях без милосердия наказывается смертью. Послание к евреям. Вот как учили людей. А у нас все есть. И книги. Книги лежат. Никто, целиком никто не прочитал. А мы сейчас, по милости Божией, вот на этой неделе, третье издание Нового Завета, сколько молились, просили, оно придет. Успевайте взять. Успевайте. 3 книги по сегодняшнему дню. Вчера меня спрашивает один. Уже узнали, что привозят. Понедельник или вторник мы получаем. Батюшка заказал. 60 штук ему идет. Вот. Остальное тут куда есть. И как? Я говорю, сколько стоит? Я говорю, 5000. Как? За все 3? 5? Всего? Понимаете, другому кажется, это безразмерно. Ну, книги-то как изданы. 240 только иллюстраций, Гюстава Доре. Еще несколько раз проверили, просмотрели. Блаженного Феофилакта толкование полное. 319 комментариев. Ну, нам тяжело. Даже то, что вы привезли их из типографии, 200 с лишним тысяч отдать пришлось. Вот так. А под Можайском печатают. Там цех целый, огромная цеха и далеко. А Господь так позволит. Так что помните это. Кому где дали... И чтобы мимо и не лежали. Вчера я вышел, вот рядом мусорный ящик, и висит, что-то видно там есть, но небольшой такой. Я пригляделся к этой книге, пришел. Евангелие красное, Евангелие от Иоанна, и все. В этом месте Евангелие красное, я поневоле подумал, кто-то из наших дал, здесь местным. Вот и все. Ну, она и не выбросила. Я примерно могу догадаться, кто это сделал, рядом тут через дом. Добрые люди, а считать не может уже старый. Видите где? Надо, чтобы заработало то, что уже есть. Чтобы люди, обладая этой свободой, выбрали. Какое свободное время? Куда оно у нас идет? Я вот сколько раз говорю преподавателю, который преподает детьми, внимательно смотрите, как они сидят. Это так важно, важно. Повторяю, что я имею опыт начальник детского лагеря, 45 лет только.
И вот одной рукой он пишет, ребенок, а второй вот облокотился или под... Вторая рука должна поддерживать бумагу где. Я уже говорил в прошлый раз, сегодня ни один правильно не сидел. Ведь одно замечание сделано, ручка играет, крутит что-то, теребит, значит, мысли у него там нету. Ребенок, самое главное, уже ушло до 4 лет. Враги православия сказали, дайте нам детей только до 4-летнего возраста и делайте, что хотите. Ребенок попал там где-то, в ИГИЛ, такая организация экстремистская. А ну родители вернули, узнали, что мусульмане. Мы, говорит, ничего не можем сделать. Он палку возьмет, подходит к матери, ты-ты-ты кричит. Я наказать его совсем чужое дело. А ребенку всего там 4 года. Это опыт. Ребенок не слушается. Архимандрит тут местно спрашивает, что делать, а сколько лет ему? Да 3 недели. Вот на 3 недели уже опоздали. Намного будет труднее. Он должен слышать твои песнопения церковные, когда был в утробе. Оказалось, это все влияет. Какая музыка. Не волнуйся. И что бы ни было, для меня главное сохранить. По пустякам не лезь к мужу. Он разберется, что можно накормить и напоить. Сохрани его. Для ребенка это вместилище. Это первая люлька, это твоя утроба. Свобода. А когда люди думают, свободен, я говорю, вот здесь планирование семьи, что это такое? Я шел и каждый раз хожу мимо на занятия, где последовательность учились, и решил зайти, найти главного, и с ней долго беседовали. Подарил ей визитку, только больше ничего не было с собой. Но женщина расположилась, так мы это не делаем. Вы не делаете, но вы уже настраиваете. Почему? Люди говорят, зачем нищету плодить? Как убить его? У нас отец без руки, с матерью полкласса не кончили. 12 детей, 10 только живых было. И ни один ребенок не был лишний. Какой народ был? Вот у меня отец уходил на фронт, еще на финскую брали. И он сказал матери, она беременная была, Марья, если сделаешь аборт, домой меня не жди. Я когда это слышу, это что за народ-то был такой? Уже 2 было, 3 было, один умер между нами и старшим где-то. Он ставил одну задачу, ни неверность не помянул, ни на работе, а одно – сохрани то, что у тебя. 12 детей не у каждого, больше нас ни у кого не было в деревне. Жили бедно-бедно, но ни одного больного не было. Картошку мороженую подбирали, рыжик такой, как зернышки там маленькие в нем. Это я говорю об этом. Но мать всегда молилась, и мы это слышали. И вот это сохранилось. Это где-то заговорило в нас. Вот батюшка не один раз рассказывал, из школы он пришел и сказал, Бога нет. Там какая Марья Платоновна или кто сказала. А отец его как получил? Одной рукой, говорит, зажал головенку, снял ремень и рассказал. У меня этого не было. У меня с 5 лет желание было только молиться и спрятаться где-то. Это избрание было. Вот просто это уже... Это нельзя никуда деть уже. И чтобы прийти и сказать, Бога нет, почему? Я не судить, не могу ничего, просто я делаю сравнение, а почему не было? Я уже слышал, когда говорили, Бога нет, убегал, да и все. Они не могут найти. Уколы делали, не найдут, в канаву залезу, спрячусь. Все на этом. Итак, Иисуса Новина, 24:15. Я вам так много говорю из опыта сегодня, может, Бог его знает. У меня целый месяц по поликлиникам, по этим, на анализы, на всякие осмотры. Удивился, сколько людей везде. 7-этажные здания. Переполнено народом. Народ совсем больной. Гигиену знают, а Иисус не знал. Глаза тут такая была, дезинфекция. Да тут бы стирали. А он только одно плюнул на грязь, замазал грязью глаз. Иди умойся. Вот тебе и все, вся инструкция. И вопрос больным задавали только один. Кто согрешил, он или родитель? А сегодня лечат, узнают, диагностику поставят, а ни разу не спросят, почему я хочу сказать, от чего у меня началось такое. Даже не слышат, как будто бревешка какое с глазами. Притом везде одинаково. Но минимум могу назвать 5-6 крупных учреждений Алтайского края до краевой поликлиники больницы. Я что-то не слышу, но результат-то я вижу, бумагу дают обратно. И притом плохих нигде не увидел людей, все заботятся. Я хочу сказать, не надо, она вот так водит, намазала там каким-то вазелинка гель, и у нее отображается вся моя внутренность. Вот уже я сказать не могу до конца. Если дают, то ответ на 98%. А если не получилось, то 0,2 оставалось, вот на них не попало. К
как сегодня ДНК, заплатишь там 30 тысяч, а у них уже так, похоже, что это отец, ну, это данные на 0,98. Это, ну, хитрость, деньги-то надо, как узнать, да иди узнай. Когда уж я похож на отца, вылитая копия, тогда тут не надо никаких ДНК. Так, Иисуса Навина, за второзаконием сразу. Вот она. Второзаконие, и вот она, Иисуса. Так, вот она, Иисуса Навина. Так, Иисуса Навина, 24:15. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят. Даже если Бог это не скажет, ты не слышал, но это в тебе есть, это полная свобода. В 23 года я в Латвии, в трех библиотеках записан. Всю литературу. Что такое мусульманство от корки до корки? Буддизм. Я не нахожу упокоения. Наконец наткнулся. Христианство. Христос. Сердце мое сразу заговорило. Это Он. Ты Его искал. Для меня как будто голос с неба прозвучал. В 17.00, 27 сентября 62 году. Вот я искал. Никого рядом не было. Дали Евангелие, сами обедают. Зашли. Только одно. Давайте помолимся. Я открыл сердце Христу. И моя жизнь полностью вся изменилась за полчаса, даже меньше, которые мы молились. Одно желание, как другим сказать. И на утро весь караван кораблей узнали, Латкин сошел с ума. Такая перспективная была работа, учусь, капитан дальнего плавания, там все у тебя есть. Спасения нет. Я делюсь опытом, как бы прощаясь. Если столько людей сегодня молятся, и Бог мою жизнь продлит, ну это не помешает, все равно то, что я говорю сегодня. Дальше. Второе царство, 13:16. Из разных книг берем, как смотрели тогдашние люди в Ветхом Завете, а потом в Новом Завете посмотрим, как своей свободой правильно воспользоваться. И Фома сказала ему: «Нет, брат, прогнать меня – это зло, больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. Вы знаете, события какие были. У Давида были разные жены, от разных жен дети. Они дети родные, а матери разные. Как назвать их, я не знаю. И вот двоюродному брату понравилась Фомарь, Тамара по-нашему. И он всячески старается заманить ее к себе. Ну как? Она никуда не выходит. Давид ее хранит. А у него товарищ нашелся один, очень хитрый. Его имя указывается, все, нам он не нужен. И ты скажи, я болею, ну аппетита нет. Вот если бы Фомарь пришла, лепешки испекла, прямо из рук взять. У меня прям вижу, как аппетит развивается. Давид даже не подумал, отмахнул свою Фомарь. И когда она была, он совершил, что хотел. А дальше давай ее выгонять. Сразу в нем появилась такая ненависть, которая была больше любви. Она ему говорит: брат, вот это зло, которое ты делаешь, хуже того, которое ты впереди сделал. Ты попроси, Бог, отец отдаст меня тебе, разрешала жениться им. Нет, выгнал ее. А у нее брат, она идет, подняла руки, теперь ей нигде нельзя появиться. И она рыдает. И брат родной увидел, в чем дело? Она сказала: не плачь, сестра. Да, ты затворница теперь. Замуж тебя никто не возьмет. Терпи. И когда был однажды пир, брат ее сказал, который это сделал: подойди. И тот ножом ему сразу голову отрезал. Ну и дальше что было? Ничего. Выбор был сделан. Если было как покаяние, а если бы тот покаялся, не знаю, по тогдашнему он убил бы все равно его. Я вот картину эту смотрю. А у нас как, что бы у тебя ни было. Вот знают, может, некоторые не знают, это слово Чарльз Вурмранд. Это в Румынии был один такой верующий, ну там другая вера, христианин. И он открыто восстал против, когда советская власть была установлена, все это под контроль, как здесь, священники, там, говорится, с партбилетами, и его посадили, сейчас показаны фильм, как его там бьют, подвешивают, ну, это уже игра. И жену арестовали, Самина, кажется, и как ее сталкивают, потом ловят там в Дунае, и наступило время свободы, и она приглашает, кто? Охранник, который все это делал. И когда он сидит за столом,
И она ему сказала: вы меня не узнали, я та самая, которую вы душили. А он что говорит? Ну, меня убивали сколько раз, а потом оживляли. Он чуть не подавился. Видите как? В свое время у них была забота одной, обратите его, чтобы он узнал. Могли бы не сказать даже. А не так, что если он такое сделал, там ноги теперь на мою улицу не ложи. Нет, только все время молись и покажи. И Господь услышал его молитву. Я с ним с Чарльзом Вурманом переписывался. Я из первоисточника. Ну ладно. Так, дальше. Исайя 5.20. Мы избираем путь свободы. Страшный дар. Кажется, лучше бы мы были, как искусственный интеллект. Бог заложил, куда повернуться. Ну, к злому бы я не повернулся, потому что запрограммирован только на правое. Богу это не нужно. Мы не роботы. Мы каждый день делаем выбор. Встать пораньше помолиться или поваляться еще. И в воскресенье где-то там просто быть, или же посетить кого-то. То есть все время Бог делает нам выбор. Это по образу Божию. День и ночь перед нами это маячит. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Это сплошь и рядом. Когда показывают, что... Да, ну не верится, ну неужели это все может быть такое? Человек поставил себе цель. И ничем не останавливается. Арестовали совсем молоденькие ребятишки, там, ну, лет 14. Женщина идет беременна, увидели. Они ее повалили, положили доску на живот и стали качаться. А для чего вы делали? Посмотреть, как рожать будет. Это наши соотечественники. Я в этом городе жил. А так как я близко знаком был с милицией, я из первоисточника узнавал, что такого-то ищут, что он там сделал. Что бы кто ни сделал, неверующий. И он избрал зло вместо добра. Но теперь, когда его так коснулось, вот теперь за все пришел ответ тебе. А что, а ему, и ему надо свидетельствовать. Меня Господь благословил даже с приговоренными смертной казни встречаться. Близкие отношения с прокурором края были, мне запрет был, а он открыл все двери. Ну, хоть один покаялся, не один. Я 19 лет занимался с местным составом, 3700 в тюрьме, шел по камерам. Начитывал на пленку, музыка не звучит, а только проповедь моя, и ни один не обратился. То есть они другими делаются, но готовыми ни одного. Когда я уезжал по Теряевку, у меня брали записку, где вы будете летом, если захват заложника будет, чтобы вас вызвать. У меня было такое, которое объявили голодовку, и с ними не знали, что делать, добился туда, и они к вечеру все вышли. Уголовники, по 6 ходок, 6 раз уже начальник позвонил, а как вы могли, что им сказать? Как это так? Я такого не слыхал и не дал. Все до одного вышли, а камера уже набитая была. А почему? ОМОН был, когда и всех подряд отмолотил, и они объявили голодовку, из нее не выходят. Я сказал одно, тебя кто-нибудь ждет на свободе? Да кого нет? Жену я зарезал, детей не было. Ну, кто-то там, собака или сосед. Ну, сосед хороший был, выпивали вместе. Значит, ждут тебя. Так вот, вы никогда не увидите. Вы находитесь в тюрьме, свирепствует туберкулез, тем более, если вы голодные. Он любит голодных. Это так и есть. А что нам делать? Объявите теперь начальству и скажите, из голодовки выходим, но есть не будем. Сегодня предпасхальная суббота. Давайте помолимся вместе. Мы помолимся, Бог даст вам силу, а завтра разговеетесь. Меня больше тут не пустят, я в неделю один раз, только я вот день использую это дело. Сколько вышли, они выйдя оттуда, меня находят, где я живу, чтобы отблагодарить. Иду по улице. Кричит мне, он не знает, как меня звать. Ты у нас был, то другой, а сам руку так держит. Да я не пью, это просто праздник, я там с таким-то днем. Следы остаются. Повторяю, я не имею образования ни религиозного, ни гуманитарного. Просто я знаю, что этот шанс может никогда не повториться. То, что я сегодня с вами говорю. Я вижу вас, которые пришли на занятиях. Те, которые столько лет находятся здесь, с самого начала образования в общине. Вы знаете, как если уходить, навсегда и терять. Ну, знаешь, что не потеряешь. Мы счастливее всех, кто на земле находится. Еще второзаконие 30.15. Один раз вернуться. 30.15. Вот здесь. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло.
Это каждому, не только там где-то, это каждый день. Если бы это вот знали, люди твердо держались, я говорю статистику на сегодняшний день. После бракосочетания люди в мире, в первые 4 года 84,6% разводов. Из 184,85 считаю разведенки. А кто будет детей воспитывать? У нас не просто трудно, аховое положение в стране с воспитанием. Огромная статья пришла сейчас в такой популярной газете, говорит, Россия огромная, а рожать некому. Вы знаете, химик был такой, Дмитрий Иванович Менделеев, он был верующий, он посчитал, к 2000 году русских должно быть 650 миллионов. Сегодня даже 150 нету. Полмиллиарда, я говорю, а какой Змей Горыныч сажал здесь? Безбожие. При каждом правителе запрета на аборты нету. Повторяю, за 1400 лет у мусульман ни один ребенок не выброшен, ни одного аборта. Ни одного. Почему? Смертная казнь. И ни одного от пьянца, чтобы умер. Ни один пьяный не задавил никого. Нам это мало. Ни один пьяный не утонул. Ну, мы можем хорошее это взять у людей, которые среди нас живут, такие как Казахстан под боком, Татарстан внутри страны. Почему мы ничему не учимся-то? Свободу Бог дал. И при том, свобода-то касается нас на доброе. Псалом 33.15. Еще одно назад, это притча. Псалом 33.15. Вот он. Здесь-то. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Это молитвы мы считаем. Уклоняйся. То есть что-то делай. Ну, следи за молодежью. С кем встречается. Я гляжу, некоторые в интернет выходят. Это надо видеть. Мне вчера показал брат. Я даже не поверил. Из верующей семьи она, ну, прозрачная. Все так. То есть реклама идет. Реклама тела. Ну, не в общине наши эти люди. Но люди, которые близкие нам. Который там, один из родителей даже у нас, член общины. Вот такое дело. Ты скажи, ты ищешь себе беду, дочка моя. Тебе не надо ничего искать. Если это от Бога, оно придет. Не бойся, что ты останешься одна. Апостол Павел прославляет. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу. А замужняя, как угодить мужу. А про себя скажи, никогда ему не угодишь. Это же самое говорится и мужу. Вот если бы мы это понимали... Ну, наверное, бы доверяли все-таки Богу. Как это будет? Ну, когда он пошел, какую Исааку достать невесту? Не знаю. Но меня послали, где родственники. Он приехал. И первое, что это у колодца черпают. И он загадывает. Вот если я попрошу напиться, она скажет, я и верблюдов твоих напою. Значит, это она. Что он сказал? Как она повернется? Какой стан у ней? Ни слова не говорит. И когда все уже с подарками явились, родитель спрашивает, ты пойдешь за него? Она его в глаза не видала, косой он, хромой. Она сразу сказала, пойду. И мы знаем, кто она. И когда кто в венчание идет, ее имя поминается теперь всегда. Вот как. Доверие Богу. Ну, опыт у нас есть, надо это передать ей. А это доверие Богу, значит, я избрал руководителем Бога. То есть Святую Библию. Мы ее и считаем сейчас здесь. Дальше. Псалом 36:27 рядом. 36? Да, 27. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Жить вовек, конечно, ты не будешь на земле. Речь идет о вечности. Уклоняйся. Непонятно, что ты тебе хотя бы раз обратился кто-то. Вот, кто-то там такое специальность, вот такие идут занятия. Можно ли ходить там? У нас висит это. По интернету ни с кем не знакомьтесь. Сегодня просто карикатуры показывают. Идут навстречу, договорились, еще из-за угла дома. Он идет и думает, сейчас она выйдет такая. А она думает, он как выйдет со цветами. А он идет, сзади нож держит. А посмотрел на ее, а там нисколько не лучше чада. У них встреча будет сейчас. То, что воображение, то, что реальность. Которая ты здесь знакомится, я не знаю. Знакомство, в первую очередь, должно быть у родителей. Должна познакомиться. Он должен знать, какая теща будет у него, потому что характер вообще-то похож на мать будет. И вот с этого надо подходить. А главное, как обратиться к Богу. Притча Соломона 17.13. Это призывы. Уклонись от зла. То есть уже приблизился. Грех лежит у дверей, бодрствуй. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Вот и все.
А ты думаешь, закрылся, там тебя никто не найдет. Все найдет. Будешь бегать до самой смерти при виде любого милиционера. А почему? Я увидел его, я думаю, знаком, он подходит, разговаривает. Что я говорю, интерес какой у меня к этим структурам. Ни разу, нигде не было ни одного милиционера или СКГБ, который меня бы обманул и не сделал. Вот чудо какое. Когда я им говорю, они сами не верят. Да не может быть, у нас тут такое. Я тут вел занятия, а начальник милиции мне говорит, вот вы вели где занятия в отделах. Вы знаете, моя, говорит, милиция стала себя тише вести. Вот награда. Заложников ни одного не захватили, тише вести. Почему? Не сразу человек обращается. Семя брошенное, иногда лежит, а потом достают его из гробницы фараона, она дает росток. Дальше. Иеремия 18.10. Совсем немножко. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменил то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Бог сказал, ты омыт крещением. Все, но если будешь делать зло, со злодеями знать, худые слухи распространять, то все злодейство, ничего не будет доброго. Господь говорит, я сказал, но я отменю это мои слова. Почему? Бог сказал, при условии, если ты будешь подобен ему. Говорит, будьте святы, как Бог свят. Да это невозможно. Но это шкала, к которой надо стремиться. Нельзя же так планку ставить до уровня грязи. Там ничего и нету. Я вот когда беседую с теми, кому разрешено иметь несколько жен, я говорю, у нас если один раз чужой был, он 7 лет будет за дверями стоять. А у вас это в норму. Он говорит, ну чтобы на стороне. Так зачем он на стороне, когда у него здесь гарем? Ему и не надо ничего. Поэтому вы не знаете, остальные люди, что такое крещение. Крещение в воде, крещение Духом Святым, рождение свыше. Когда я искал, где ответ, еще ничего этого не понимая. Душа моя подсказала, ничего ты большой не найдешь. А я считаю Евангелие от Матфея. Когда они зашли, я 6-ю главу только начал считать. Хотел выписывать, вижу, выписывать нельзя. Все надо брать. А все это, значит, надо исполнять. Милостью Божию. Михея 6.8. Редкий такой случай Михея прочитать. Вот оно. О, человек, сказано тебе, что добро и что, чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Вот один рассказывает мне, в краевой администрации, я близко знаком был с ними, разные люди, но из которых совсем не верующие. Ну, очевидно, видно, про него и писали. Ой, он слышит о Боге, никакого Бога нет. Секретарь даже есть, это ясно большая должность. И совсем нету. А за ним делишки-то какие есть. И в это время только сообщили, снизу позвонили, видимо, знакомые, и говорят, тут пришли из АПХС, сейчас к вам почему-то направлено. Господи, да помоги. Вот и все. Бога-то нет, а кому ты возвал-то? Потому что вплотную подошло. И поэтому, где нас захватят, заложники или куда-то, только одно думай. Как помолиться вовремя и людям рассказать о любимом Христе? Больше нам ничего не надо. Что просят, они все равно уже нас забрали. Доволен будь тем, что у тебя есть. Начните свою жизнь, вот сегодня рассмотрите, вот я последний месяц ее рассматриваю, как она прошла, сколько чудес Бог являл, где я не откликнулся, какая моя вина, нету оправдания никакого. Ну, кое-что мы оставим, если вот этот урожай придет, ну, видите, тогда какую милость Бог нам снова оказал, сколько у нас содружества, какие люди, как заботятся. Сейчас я коснулся, совершенно новые люди. Нигде, это в другом государстве. Вот он пишет один сегодня мне, из Молдавии. Я узнал что-то у вас с ногами. Я ногами ходить не хочу. Господи, половина болезни беру от него. Только оставь. Молитвы-то какие. А человек столько претерпел, в узах был. Сегодня только сколько таких пришло писем мне, которые готовы сами принять мои болячки, а я не считаю себя больным. Но на меня обрушились примерно 5 болезней за последний месяц только, 1,5 месяца. И все по одной отпадают, но кое-что остается тайно, до конца не исследовано, да только делов. Главное – это аппетит и сон. Это основные, которые помогают чувствовать себя прекрасно. Дальше. Марка 3.4.5. Приболелась, наверное. Это должна быть там закладка. Вот, она лишь пониже пошла. 3.4.5.
А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Мне вопрос задают не где-то, а батюшка задает, потерявки было, что столкнулись. Бог гневается или не гневается? Гневается, только не в наших параметрах. Мало того, уже Бога человек, ну не человеческий, сын человеческий. И то воззрел на них с гневом, добро или зло. И они не говорили ничего, они только молчали. И он скорбел. И с гневом воззрел на них. Ну это можно ответить, добро или зло. Зло на тебя завтра придет. Вот здесь мне писали, смотрите как. Выйти нельзя, играет музыка, тут двухэтажный деревянный дом был. Летом говорили, а потом кого-то не стало. Тут заросло все. Что делать? Ничего не надо, молились. Нет, ровная площадка, видимо, строительство какое-то нам ищет, только бы нас не тронули. Как Бог сделал? Ничего не надо делать-то, оказывается. В первую очередь, ты ничего не сделаешь. Ты только хуже себе сделаешь. Дальше. Иаков 4:17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Не делай, никуда не ходить не надо, не судить никого, просто сидеть, и уже грех. Ну ты знаешь, что надо делать добро, что я вам говорю сегодня? Понеси к соседу, к ближнему, Евангелие возьми, приобрети книги. Вот только сегодня я говорю, сколько пришло за ночь, я в 2 часа уже на ногах, в 2 часа, чтобы успеть ответить на почту, и так и не успел ответить. Сколько новых людей, с каким желанием расположены люди, не наши. А мы, ну, даже брат видел, как с врачом беседовал, говорит, а я на ваших ресурсах, то есть смотрит. С главой администрации беседовали, а он говорит, а я давно вас смотрю, там все. Почему? Вашими святыми молитвами. У нас огромные ресурсы, и люди заходят. Вот это, что есть сестра, я не успею до дома дойти, она уже все записала, уже стоит. Богослужение Красновозельское в общине. Вчера прихожу домой, думаю, ну, на неделю вперед не могу. Попозже могу. Лежу, уже стоит все. Проповедь уже там стоит. Видите, Бог дает нам людей, которые изобрели, которые наставили, дали, записали. Ну, надо Бога просто славить за все, что Он нам дает. Сейчас идет где-то этот груз. Его звать Евгений. Где-то он рядом. В Новосибирск за это, чтобы ему легче было заработать где-то, он берет под дополнительный груз, разгружается там, а потом к нам сюда заходит. Надо узнать, когда разгружать, где хранить. Это не 2 килограмма. Мы издавали первый раз, 3-томник был 1000. Второй раз переиздал я самостоятельно 2000, а сейчас 5000. А 5000, а 3 книги в одном комплекте, 15 тысяч. А каждая книга, ну, считай, умножь. Это больше 10, может быть, 2 тонны с лишним. Вот так. Это, ну, 20, надо просто... 20 тонн. Ну, может, поменьше. Ну, во всяком случае, и так. 20. Это как не потерять. И как, говорит, они там хорошо делают, обклеивают, даже в воду попадет там. Я такого не видел. У нас мы бумажные. Но я еще, это Горный Алтай издавал. Это я издал, это не я, они издали не 1 книгу, а 38 томов. Это вообще никто не знает. Каждая книга 752 страницы. И какие люди. И там он алтаец. И мы молились за него. Ни разу нигде меня не обманули. Нигде. Предоплату дал, остальное прямо на дом заводят здесь. Вот на столе у нас все лежит. Вот только сегодня уже сестра отправлять в Латвию. А входу нет. Теперь только с перекладными заплатить в Москву, а там приедут и заберут. Эти люди, которые знают нас только по интернету, помогают. Это же Бог делает, отвечает на молитвы. За нас так много людей молится. Берегите вот то, что оставляется вам. Я еще раз повторяю. Господь может быть сделать по-другому, но у меня настроение такое, чтобы ознакомить с тем. 3 Иоанна 1.1. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.
Вот и дело еще на Бога не видно. Еще откроем последнее. Иова 15. Иова перед псалтырью. Так, Иова 15.4. Вот он, закладочка. А, нет. Нет, это псалтырь. 15.4? Да. 15.4. Иов. Да, ты отложил и страх, и за малость читаешь речь к Богу. Вот так, упрек какой. Не за малое. Когда мы говорим, то благодарим Бога, даже ангелу-хранителю. Благодарю тебя, Господи, за доброго ангела-хранителя, который столько лет меня хранил от заражения, от повреждения. И мы молимся ангелу, не покинь меня в смертный час. Проводи меня по мытарствам страшным и непонятным. И доведи меня, и навеки введи в царство вечности. Это утро мы молимся и поминаем всех правителей. У нас содружество, звонок идет, и ровно в 5 начинается моление. А которое в Москве и поближе, те через 4 часа, ну разница какая есть. Богу нашему слава. Во веки. Аминь. Аллилуйя. Чтобы мы были подобны Ему, так как Он нас отворил по образу и подобию.